абсолютно никакой изоляции нет, и весь исламский мир, арабский мир, они с пониманием относятся к решению нашего президента, они ждут победы российской политики, и они абсолютно не заинтересованы в гегемонии одного только государства и создании однополярного мира. Поэтому арабский мир никто из всех стран не ввели против России никаких санкций. Это ведь очень важно. И они, даже будучи членом НАТО, и под таким давлением не вводят санкции против нашей страны. Это означает, что исламский мир глубоко уважает нашу страну.